так сказать, женская часть работы выполнена. Так а мужские тоже. Смотрите, какую я выкопал ямку для бытовых отходов. Сварится картошечка. Да. Хорошие подачи дает нас. Хорошо, я сейчас вот такую подачу. Не надо, надо так, чтобы в него летело, а не куда-то в сторону. Почти. Снизу, может, снизу. Да, отлично. Яныч. Ну-ка, Ян, покажи, как ты своими зубами кусок мяса кусаешь. У меня зубы как у динозавра. Ну-ка. И как у крокодила. Ян. Показывай. Ян. Это та шкурка, которая двое сюда. Ян. Айшалам алейкум. Молодец. Один за голома. Мама, дай мне салфетку, лука вытереть. Папа рядом, Надя рядом. Папа, ты же хотел искупаться. Смотри, папа. Дорогой. Показывай. Буцули! Смотри, мама! Смотри! Прыгать с понтона, по идее. Куча. Давай. Раз, за три. Вот молодец. Классно. Мы поужинали, искупались и выдвинулись в сторону горы Маяк, которая здесь, в принципе, у нас у подножия, которой мы находимся на стоянке Перетяг. Мы вернулись на Брославы и будем проезжать сейчас стоянку Маяк, на которой были очень-очень много лет назад. Ой, папа. Мышуля Ореховна. Видите, как вам спалось? Классика. Вся запрещенка, которую мама в городе не разрешает, можно в лесу. Как вам спалось здесь? Отлично, жарко было, я раскрывала все. Вам расскажите про доктора Норбута, что вы помните так с большего, что осталось, потом осталось. В общем, был очень... Закончил Мюнхенское медицинское учреждение, мог практиковать только частную практику. Потому что он получил российский медицинский диплом в Тарту. Уже в Тарте. В Эстонии. В Тарту, угу. И его направили в Браслав. И тут он практиковал много лет и заслужил большое-большое уважение, потому что... Часто лечил без денег даже бедных людей. Приезжал сам, боролся с пьянством. Построил больницу. Газету, построил больницу, самое главное. Очень да. Быстро, за полтора года. Там. Общался с больными на их языке. На еврейском, на русском, на белорусском и на польском. Вот, так вот мы сейчас пришли к Зане, вот, который, собственно говоря... Который он построил очень больницу, быстро больницу, работу, да. Да. Почти там за свои почти деньги. За свои деньги, за полтора года. Вот такое вот здание красивое. Себе используется как Свято-Пантелеймоновский женский монастырь. Как маленькое здание. Ну, потому что не стрелялось мужские и женские. Еще одно местечко, которое в этот раз проверяем, это вон Слободка. Красивый такой костел, его было видно с горы Маяк. Вон, ну, здесь Слободка рядом. И здесь Слободская Озовая гряда. Поднялись на горку, духалка сбилась, пока девочки пешком шли. А тут такой крутой спуск уже рядом. А Ян Яныч, он уже землянику нашел, точит. Умница. Как земляника, Ян? Кто любит землянику? Миша? Блин, я забыла телефон. Классные перепады, только крепление не позволяет показать, как мы с Яном скатились. Ждем девочек, пока они пешком сейчас должны вынырнуть вон оттуда. А еще интересная информация про неиспользованные виды. На Земле прорастает 75 тысяч видов растений, которые можно использовать в пищу. Люди используют всего-навсего 3 тысячи видов растений, а культивируется 150 видов.
30 видов растений обеспечивают 95% мирового производства пищевых продуктов. И из этих 30 видов только 12 видов дают 3/4 всего продовольствия. Проехали, прошлись, проехали, пошли! Вон какая горка. На камеру плохо видно. Ну вон и Надюшка стоит, можно понять, как она запихивает, какой крутой подъем. А земляники тут просто вот. Вот что значит озовые гряды. Во как есть подъемы, пацаны. Так что кто хочет на велике погонять по горкам, то вам в Брославы. Ну или на Голубые озера. Там, короче, там, где озовые гряды. В общем, спуски здесь реально как на Голубых озерах. Может, даже местами даже круче. Вот такая узенькая стежка вот за мной. О, может, видно, сейчас Надя появится. Какие-то птицы там вон летают, взлетают. Это мы между двух озер. Справа озеро, слева озеро, и мы на озовая такая гряда, такая высокая-высокая такая, для Беларуси такие холмистая, узкая участок. Классно, Надя? Что скажешь? О май гад. Ребенок сказал, о май гад. А для меня это супергончик почти. Оу, супергончик, оу. Здесь вот немножко поровнее, это... могу ехать с камерой. Но для меня это почти о май гаддес. Для Янки это тоже о май гаддес. О май гуднес. Да, я очень рад, что мы сюда попали. И настолько это неизвестное место, это Слободские, Слободская эта гряда. Про Голубое озеро уже все слышали. Но вот тут вообще ни одной живой души. Вот еще один спуск крутой. Тихо-тихо, Ян. Здесь даже была, видишь, какая-то лестница, но она разрушилась. Прекрасно. Трусливые люди. С горки боимся. Видишь, вот Ян Яныч. Нам надо в гору тащиться. Вот мы сейчас находимся в таких вот сосенки, смотрите, какие здесь коротенькие. А вот там сосны. Вот мы фактически на верхушке сосен стоим, потому что вон они где растут. В общем, чувство невероятное. Я прям вообще в восторге от этого места. Просто одна из таких еще одних жемчужин Беларуси. Только, к счастью, на этот раз природных. Я устал от этих костелов, разрушенных усадьб. Мне это перестало быть интересным. Вот. А природные, конечно, такие памятники. Вот, очень к счастью, что они все-таки у нас хоть чуть-чуть, ну, есть. Присутствует гор. Вот. Приходится радоваться озовым грядам. Яна, обрати все внимание. Ну что происходит? Ян Яныч там писает. Девчонки есть голые. Собрались купаться. Потные и голые. Я снимаю видео. Хоум-видео. А вот сколько здесь рыбы водится. Сазан, белый амур, окунь, налим, щука, судак, плотва, угорь, вьюн, колюшка, линь, щиповка, густера, красноперка, уклейка. Класс. Еще и лещ. Я то же самое, только я не могу спуститься. Мой туалетик. Я в него пописала. Я уже туалетик есть. Я в него пописала. И искупались классно. Ку-ку. Классные. Не видео веселее, фотография будет не скучно. Нормально. Класс. Набрать воды, соответственно, питьевой можно на общий плана доступной стоянки туристической Акмениться. Вот мы сюда приехали, здесь есть родник. Соответственно, сейчас мы сюда спустимся вниз. Такое вот замечательное местечко. Как мы сейчас здесь наедине с природой. Такой вот замечательный вот источник. Утро второго дня. У нас сегодня на завтрак омлет. Кстати, надо внеси соль, может твои яйца не солили? Или ты потом их посолишь, когда будешь есть желток?
Вот так вот это работает история. Прямо на пляже. Озеро Снуды. Дюрка себе заказала отдельно два яичка. Тут целая вот комбинация, обратите внимание. Отдельно два яйца для Нади. Это у нас тут лаваш. А еще у нас, смотрите, какая есть красотища. Тройночек. Свежими травками. Кабанчай. Малина. Земляника. А вот и результат. Обратите внимание на этот роскошный завтрак на озеро Снуды. В Браславском национальном парке. Приятного аппетита, доченька. Ген Яныч. Классный. Крошки. Что там у тебя? Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Анечка. Сейчас задайте наш покрафтик. Вот они мои. Маленькие. Пока, мам. Маленькие чупакабрики. Пушка. Зашли в такой заливчик мелкий-мелкий. Здесь мы чилим. На открытой воде, конечно, грести очень тяжело. Во что вы играете? В Годзил. В Годзил. Они ищут в заливах Годзил. Все нормально. Давай, Надя, про подходим. Это Годзил. Напрямик, Надь. Грызги. Причаливаем. Это греби, греби, моя зайка. Греби, греби. Залил с годзиллами. Это маленькие еще годзиллы. Они еще маленькие, подросточки. Контакт! Ну как, прошли? Да, прошли. Повреждения. Доклады о повреждениях, средства есть? Сейчас из канала вылезут подводные пушки. На бывает очень злые лаки. Слышите, что там под водой? Птички собрались. Думай, птичка, думай, туда нельзя слать. Думай, птичка, думай. Думай. Да, птичка что-то не очень думает. Она думает, как бы это навалить кучу на понтоне. На нашем понтоне уже навалили. Я помню, как я Пашу Войтиховского вот так вот закопал на пляже на Кипре. Вот, теперь Ян Яныч. Дорогой, ты в порядке? Да. Тепленько тебе? Нет, после вот такой вот байдалки нужно в такую капсулу садить. Классная капсула. Так ты как себя чувствуешь? Хорошо. Я чувствую, что у меня что-то происходит. Что происходит? Не придумал. Что-то происходит. Что происходит внутри? Это секретная информация. Неописуемое. Вот две процедуры у нас в лагере. Кто это такой? А вот там кто? Давай, Надежка, давай. Класс. Маленькая. Куп-куп. Заехали на экологическую тропу парк Бельмонт. Такое название. Бельмонт. Да, французское очень красивое. Вот. Но, будучи здесь уже много-много лет назад, еще без велосипедов, когда Надя была маленькая, то как бы парк представлял себе вот такое вот зрелище. Ну, короче, как бы ничего. Этот щит, мне кажется, так с тех времен и остался. Вот. Поэтому информация здесь исчерпывающая. Парк Бельмонт, пейзажный парк 18 века, один из наиболее крупных в Беларуси. Он расположен на территории Национального парка Браславского озера, где мы здесь, окрестностях деревни Ахремовцы Браславского района. Вот, поэтому, ну, грустно. Мне очень грустно и печально, что спустя столько лет как бы ничего не поменялось. Хотя как бы сам Браслав поменялся, что-то добавилось, что-то улучшилось. Даже вот на стоянках, где мы находимся, то есть добавились какие-то новые элементы досуга, будь то пирсы и новые площадки для
кемпинга. Вот. А такое вот место, которое очень приятно в жару, как бы, приехать туристу, да, то есть переждать. Как бы вот, ну, как бы, не нашло, как бы, пока еще своего инвестора. Ну, попытаюсь. В общем, я очень сильно зол на парк Бельмонт. Такое красивое название. Коричневый знак, то есть историческая памятка, то есть с дороги поворачиваешь, сделать здесь вообще совершенно нечего, то есть настолько ужасно. Поставили такие, как в Минске, лавочки, вот таком, раз, два, три, четыре, и урны, такие, как в городе Минск, урны, такие кованые, дорогие. И, чтобы смотреть, что, на вот эту лужу, вот эту дорожку здесь не проехать, щебнем не посыпано, вон, какие ямы, на велосипеде только можно проехать. Комары загрызают, кусты не пострижены, и вон один единственный щит, который рассказывает без всяких интересных фактов для детей про лиственницу, слава богу, что еще не спилили. Ну, то есть, как бы, в руках частника никогда такого бы не было. То есть, это, ну, пример безхозяйственности. Просто распил денег, которые вот латвийцы там, кто давали, вот эти вот всякие красивые знаки, которые в Браславе видно, везде спонсор Европейский Союз, везде спонсор Латвийская Республика или что-то в таком духе, какие-то общие программы. И все, то есть, теперь никто давать деньги и на это не будет. Это настоящий, там нет колокола. По весной ли открывался вид на дворец, передний план перспективы составлял... 16:00. То есть вот, видишь, ты приезжаешь, вот центральная аллея, тут у тебя тут дворец, и тут костел рядышком. Я думаю, что костел приблизительно в том же месте стоит. От дворца вот, вот костел какой-то остался. Неужели это все, что осталось? Три узкие террасы. Получается, на одним из этих высоких мест, где где-то городище, где-то там, получается, в Браславе городище, а здесь построили дворец. Поэтому красивая гора. Там так достаточно круто. Ну да, видите, какая гора. Написано, что внизу там такая достаточно заболоченная сестра. Внимание, перед нами пруд. Смотрите, какой замечательный пруд. Прекрасно. У нас тут, как у Пушкина, сорвал салют, вихрь шумный, погиб и коробщик, и пловец, лишь я неведомый певец на берег выброшен грозой. У нас пока никто не погиб, слава богу, надеюсь, что до этого не дойдет. У нас это буря мглою небо кроет. Вон, посмотри, что горит. Вот с того ни сего, как говорится, откуда ни возьмись. Пришел такой фронт. Завис прямо над нами. С такими коровами. А давай мы свалью делали. Давай он бил больше всего класку серебристую, а мы любили золотую. Давай. Ага. Она, нет, она, ну, он сказал украсить ее, ну, украсить зелеными и зелеными. Декратными и зелеными. Море волнуется раз. Так что завтра будет медузы и водоросли. Как это открывается? Они унесет ли нас? Вот какой вопрос. Волнует всех. Всем доброе утро. Третий завтрак. Да? Третий завтрак. Мы уже съели. Я с камерой пришел. Я пришел туда с камерой. Яныч так пил вкусно рис, я не успел снять, да. Ян, покажи, что там ты кушал на завтрак. Рис. Рис? Со сгущенкой. Сгущенкой по классике. Надюшка, вот, у Надюшки видно. Как тебе на завтрак сегодняшний? Походный? Кто Машуля походница, поднимите руки. Машуля походница. А поднимите руку. Кто? Машуля ловится.
Это не я. Класс. А на десерт у нас? Давайте без сказать, на второй у нас потрясающий сыр халуми от Золотой коровки. Спонсор этого завтрака — Золотая коровка. Класс. Держи. Помидорчики в прикуску. Это как-то инста-фото, знаете. Пляж, и у меня такая. Что-то у меня осталось в вкусняшечка. Маму видно? Вот так, всех видно. Отлично. Готовы? Да. Поехали, сейчас у нас будет песенка. Итак, 3, 4. Выдвинулись мы, собрались с нашего лагеря. Перетяг. Вот, стартанули. Как вам понравился поход, ребята? Хорошо. Вот так вот Ян показывает. Супер, отлично. А что ли походница? Это местечко понравилось вам, да? Перетяг. Да. Это не Нарочанский, это у нас Брасловский национальный парк. Что запомнилось вообще? Такое что-то было, что-то новенькое? Все, да? Закат на горе Маяк классный был, да, первый вечер? Да. Мне больше всего понравилась Слободская Озовая гряда. Открытие такое для меня было приятное. Вот, во-первых, оно превзошло вообще все мои ожидания. А во-вторых, мы там были одни искупались там вообще нагишом. Вообще просто класс. Очень так как-то так вот все зашло. И землянику ели там, и нас ели комары. Ну, в общем, и Надя плакала. В общем, впечатлений, как бы, эмоций много. Они были положительные и отрицательные, и поэтому это очень сильно запомнилось. Ну и вообще место очень крутое. То есть там на велике гонять такие спуски есть, что... Стремно даже самому был. Вот, поэтому мы выдвигаемся по дороге. Сейчас заскочим еще в парочку мест. Не удержались от искушений и в Опсы. Так естественно, на лодочку. Заехали в усадьбу Плятеров. Начало 20 века. Здание очень хорошо сохранилось еще. Еще до недавнего времени вот женщина себе заготавливает сено. Сказала, что использовалась как школа, я так понял, что школа-интернат, потому что, говорю, так что построили новое, она говорит, да, ну, типа, интернат. Наверное, школа-интернат была раньше, ну, как и обычно, школа-интернат, школа или больница, то есть, как использовались в советские времена. Вот, ну, конечно, здорово, когда гостей так провожаешь, пока накрывают на стол, можно было пройти насквозь через парадную, спуститься вниз, тут пруд внизу, дамы в пышных платьях, спускались, здесь была лодочка, с зонтиками такими, да, можно было прогуляться по... Либо вдоль берега, либо, наверное, сесть в лодочку. Была здесь лодочка, скорее всего, припаркована. И какой-нибудь кучер. Вот там, видите, ниже были какие-то сваи остались. Вот Анечка стоит, красота, красавица. Птички словили рыбку, смотри, нырк. Терпим молот, делает лампочку и электрический ток. А новое место крутое. Приехали на нашей малышке с великами, смотрите. ГЭС, дружба народов, с такими советскими барельефами, вообще все нетронутое. 1950 год, это уже такая редкость. Добраться сюда нетрудно, такая грунтовая, грунтовая дорога, не очень пыльная. Вот, но оно того стоит, место просто невероятное. И сохранились такие штуки, знаете, как в центре города Минска, такая всякая, сталинский такой ампир, какие-то колонны. Сейчас мы спустимся вниз. Идешь, малыш? Вести фух туда. Да. Вот это мы внизу. Надо, в чем смысл? Здесь, видишь, вода низко. Мы перейдем на ту сторону, там вода высоко. После войны построили, то есть делали ток. Сейчас уже объект не актуален. А дружба народу, потому что здесь же рядом три постсоветских республики. Литовская, латвийская и белорусская. Можно еще перейти на эту сторону. Не пожалится в крапивой. Вот мы и здесь. Тут вообще заросла дорога. С этой стороны вообще не подъедешь. Видите, вон был трансформатор. Остались такие только крутелки. Там провода прикручивались. И вот ЛЭП. И ток пошел в деревню.
Сними, Ян, сними. Спасайте маму. Спасайте. Надя налепела на репейник, а на маму. Мама! А-а-а. Надя не хочет, наверное, нет, искупаться? Нет, это электрическая энергия. Не хочу. Почему? Потому что там у тебя нет учреждений. Я на мама. Так в таких местах надо очень опасно.